Привет всем! Это очередной выпуск моего видеоблога под названием «The Kinoplanet». Он будет выходить каждый день вплоть до нашей презентации 19 декабря. Сыграем этот концерт в клубе «Муспап». Это Москва. Хочу сказать, что сегодня я наконец-то готова объявить название альбома, потому что сколько можно терпеть, сколько можно перебирать версий. У меня было много вариантов, но остановилась я на названии «За закрытыми окнами». Именно так будет называться пластинка, которую мы сейчас готовим к записи. Все, у меня все на сегодня. Увидимся завтра. Пока.